Для того, чтобы протянуть руку помощи тем, кто находится на передовой по борьбе с коронавирусом, не обязательно быть волшебником на голубом вертолете. Работники Чебоксарской фабрики мороженого решили поднять настроение врачам и передали им несколько коробок лакомства. Эти коробки с мороженым – благодарность медикам за их стойкий характер и труд. В качестве презента на фабрике выбрали линейку продукции, где больше всего полезных и натуральных компонентов. На предприятии «Волга-Айс» отмечают, это лишь малая часть того, чем сегодня можно порадовать врачей. Но жест важный. Медики окружили вниманием и заботой пациентов, но им самим необходима поддержка. Наш продукт – это продукт радости, который, в принципе, нам сейчас всем не хватает. Нашими сотрудниками единогласно было принято решение оказать им помощь. На личные средства мы предоставляем им мороженое для того, чтобы хоть как-то поддержать их и скрасить их нелегкие времена. Коробки с мороженым доставили в Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Отсюда их потом развезут по подстанциям. Нам очень приятно, что организации и частные лица оказывают любую помощь, чтобы медикам было комфортнее. Нашим сотрудникам, конечно же, очень приятно получать и мороженое, и горячие обеды, и полезные перекусы, те, которые предоставляются разными организациями. Разбавлять тяжелые будни медиков сладким сотрудники компании «Волга-Айс» намерены и дальше. Таким образом, число предприятий, отозвавшихся на призыв взаимопомощи в Чувашии, становится все больше. Вероника Павлова, Владимир Синдеев, «Вести Чувашия».